Короче, друган решил, короче, сделать вафли, блядь. Говорит, хочу вафли, аж пиздец, блядь. Замутил вот такое охуенное тесто. Все здесь отлично. Отделил желтки от белков. И теперь у нас получается будут... Будем пробовать делать вот такие, блядь, вафли. Вафли-бомба, блядь. Какой-то, блядь, там непонятный порошок. Это без комочного, да, по рецепту? Старинному рецепту, короче, от прабабушки достался. Короче, вот такие охуенные вафли сейчас будут у нас получаться. Главное верить, как говорится. И все получится. И все получится. Ну давай что? Давай, запускай эту всю хуйню. Просто... Сейчас посмотрим, мы блядь. Мы не сломаем ее, блядь. Просто вафли будет конченые, а так нормально. Да даже вафли не будет. Они же не подымутся, это же не тесто, это же какая-то хуйня. Блядь, все сделал по рецепту. Все сделал по рецепту.